Привет всем! Сегодня мы будем делать анбоксинг по ссылке от челябинского литейщика Game Point for Shop. Здесь у меня должны находиться 3 кризиса, 6 фрайтов и 12 фаерварьеров. Давайте откроем посылку. Так, здесь мы видим, сразу же бросается в глаза белый пластик. Здесь, как я понимаю, находятся у нас врайты. Здесь находятся кризисы. Здесь находятся фаерварьеры. Здесь тоже находятся врайты. Давайте откроем начало фаерварьеров. Сразу бросается в глаза небольшое количество облоя на многих деталях. Но я думаю, это не критично, потому что сам по себе облой очень тонкий. Также у нас есть копии ГВ-шных подставок. На общем и целом качество деталей очень неплохое, как и качество лития. То есть нет пузырей и прочих заметных погрешностей. Следующими мы откроем кризисов. Также у нас есть ГВ-шные подставки. Читайте. Все в очень хорошем качестве. С очень хорошей детализацией. Ну и последнюю мы откроем врайтов. Врайты у нас представлены большим количеством мелких деталей. В первом пакете и более крупными деталями в втором. Также и все данные детали очень качественные. И подставки также присутствуют. Конечно, есть небольшое количество облоя, но он легко удаляется. В общем, в целом качество
данного литейщика очень хорошие, но есть небольшой облой, который все-таки придется нам подчищать.